Друзья, приветствую, на связи Николай Жаричев. В этом видео поговорим с вами про деньги, бизнес и возможности. Возможности, которые ты не имеешь права упускать. Я расскажу про суперинструмент, который мы запускаем в ближайшее время. Это маркетинг, аналогов которому нету. Мы будем шуметь на весь интернет. Если ты сейчас не примешь решение стать частью нашей команды, посмотрев этот видеоролик, ты будешь кусать локти, испытывать ФОМО. ФОМО – это болезнь 21 века. Означает она синдром упущенной прибыли. У нас целая экосистема будет помогать тебе получать доход 24/7. Если вдруг из этой мини-презентации тебе что-то будет непонятно, ничего страшного. Внизу будут ссылочки на наши социальные сети. Переходи в наш Telegram, на наш YouTube-канал. Там будут прямые эфиры и более подробные презентации с разбором каждого инструмента, который будет находиться в нашей экосистеме. Назовем ее так. Итак, друзья мои, давайте перейдем ближе к делу. 2 года назад мы запустили маркетинг «Живая очередь». Это где все партнеры – одна большая команда. То есть все помогают друг другу. Это маркетинг с коллективной ответственностью, друзья мои. И за эти 2 года нас никто не смог повторить. Движение продолжается по сей день, принося самым стойким очень хорошую прибыль. Каждый день партнеры, которые участвуют в живой очереди, даже спустя 2 года получают очень крутые выплаты. Буквально недавно один из наших партнеров, Иван Артюшин, получил выплату 352 тысячи плюс iPhone в подарок и кучу еще мелких цепочек закрылось, да, то есть более мелкими подарками, там наушники, соответственно, колонки и так далее. В нашей очереди мы не только выплачивали денежные вознаграждения, но еще и дарили очень классные подарки. Так вот, за эти 2 года мы выплатили, помимо подарков, которые мы дарили на каждом уровне, мы выплатили 542 миллиона 368 тысяч рублей, и эта цифра растет с каждым днем, потому что очередь продолжает свое движение. 109 844 участника из 95 стран приняли участие в первой очереди, друзья мои. Почему в первой? Да потому что пришло время писать новую историю абсолютно на других скоростях, друзья мои. Полностью сбалансированный маркетинг, аналогов которому нету. Инновационный маркетинг, максимально справедливый, не имеющий слабых мест. Маркетинг, которого раньше не существовало. Только на предстарте этого инструмента мы планируем увидеть 100 тысяч человек, друзья мои. Подумайте, какая уникальная возможность у вас есть, если вы сейчас смотрите это видео еще до запуска этой очереди. А если вдруг по каким-то причинам вы не присоединитесь к нашему глобальному движению живой очереди, запомните этот логотип, друзья мои. Он будет вас раздражать. Вы будете видеть этот логотип в своих социальных сетях, у своих друзей, знакомых и испытывать что? Правильно, ФОМО. Друзья мои, не совершайте эту ошибку, не совершайте. Примите участие в нашем глобальном движении. Давайте объединимся всеми людьми. Это будет супер глобальное движение. Итак, 3 источника активного дохода, 3 источника пассивного дохода и 3 внешних источника захода денег в систему, друзья мои. Я говорил, это целая экосистема, которая будет работать на вас. Итак, 3 активных источника дохода. Для тех, кто активно будет принимать участие, будут зарабатывать очень большие, сверхбольшие деньги. 3 источника пассивного дохода. Для тех, кто не умеет приглашать, соответственно, для вас будут специальные инструменты, где вы, встав в очередь, будете получать доход. И очень надеюсь, что у вас будет возникать эффект вау. Типа, классно, я никого не пригласил, но уже заработал. И одному рассказал, второму, и вот вы уже умеете приглашать. Но самая главная фишка нашей экосистемы – это 3 внешних источника захода денег в систему. Мы не просто будем перераспределять деньги внутри сети, друзья мои. У нас появляются инструменты, которые позволят дополнительно привлекать деньги в нашу экосистему, распределяя их между пассивными и активными участниками. Чувствуете запах? Чувствуете запах? Это у конкурентов жопы горят. Наше движение продолжается уже более 2 лет, а все наши конкуренты давно уже остановились. Кто-то двигался месяц, самые стойкие там максимум 1/2, понимаете? А мы до сих пор продолжаем движение. Поэтому нас повторить будет невозможно. Для тех, кто участвовал в первой живой очереди, сейчас будет все максимально понятно, и я уверен, что у вас будет просто эффект вау. Для тех, кто все-таки не участвовал в подобных маркетингах, я рекомендую вам приходить на наши прямые эфиры, где мы будем более подробно во всем этом разбираться. Сложного, поверьте мне, ничего нету. Итак, в новой очереди
вы покупаете себе аватар, который будет двигаться по уровням. С 1 по 30 уровень, где с 1 по 5 ваш аватар толкают 3 других аватара. То есть 3 толкают одного. Помимо этого у нас еще появляются технические аватары, которые толкают всю очередь. Я надеюсь, это понятно. Соответственно, с 1 по 5 уровень 3 толкают одного. А вот с 6 по 30 уровень 2 толкают одного. Что гарантирует просто сумасшедшую скорость в очереди. Такого опыта и бэкграунда, как у нас, нету ни у кого на рынке. И поверьте мне, никто лучше нас не знает, как это работает. Потому что мы написали первую живую очередь. И мы прекрасно понимаем, насколько скорость будет быстрее, если двое будут толкать одного. Итак, друзья, давайте пробежимся по этой таблице, постараюсь вам немножечко объяснить. Но повторюсь, если вдруг вы чего-то не понимаете, приходите на прямые эфиры, мы будем разбираться более подробно. Итак, вы покупаете аватар, встаете в очередь и начинаете свое движение с 1 по 30 уровень. Преодолев 5 уровень, вы отправляете в пул активных 1 доллар. Что такое пул активных, разберемся чуть дальше. Соответственно, наличную выплату вы получаете 1 доллар. То есть 1 доллар вы получаете в виде выплаты на свой кошелек, который можете уже выводить, тратить на свое усмотрение. На подарки вы получаете от 1 до 20 долларов, то есть это диапазон. Здесь, соответственно, у нас заложена подписка, да, то есть на наш криптоинструмент, да, то есть о котором вы узнаете чуть позже. И линейка на 10 уровней, соответственно, 2 доллара. 10-уровневый линейный маркетинг, друзья мои. Для тех, кто в сетевом, прекрасно меня понимает, что все деньги в глубине. То есть представьте себе геометрическую прогрессию, там 5, 25, 125, 3125, 15625, это только пятый уровень 15000. Представьте там 6, 7, 8, 9, 10. То есть, ну, если вы посмотрите на каждый из этих уровней, то на пятом уровне это 2 доллара, на шестом 4, дальше 8, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200. То есть эта цифра, да, то есть делить ее на 10. То есть если 2 доллара, то значит, что 20 центов с каждого уровня вы получаете. Если там 30 долларов, то получается 3 доллара с каждого уровня. То есть равномерно по 10% с каждого уровня. Если выплата 1500 долларов, да, то есть, то, соответственно, по 150 долларов на 10 уровней делится. То есть все максимально просто и понятно. Итак, в пул активных на каждом уровне сумма увеличивается, да, то есть 1, 2, 4, 5 долларов и так далее. Личная выплата также, то есть ваш аватар двигается с 5 на 6, с 6 на 7, с 7 на 8. То есть все это происходит в рамках живой очереди. И также подарки с каждым уровнем растут. То есть все очень просто. Чем выше ваш уровень, тем больше личная выплата, тем больше подарок, тем больше в линейный маркетинг уходит выплата, и тем больше вы отправляете в пул активных. Что значит вы отправляете? То есть система автоматически отправляет вот эту сумму, которая есть в пул активных партнеров. Это то, за счет чего очередь будет двигаться очень быстро каждый день. Это просто уникальная история, которая нам пришла в голову, и мы такие: вау, круто, это то, чего не хватало в первую очереди. Итак, сумма в пул активных партнеров растет с каждым уровнем. То есть представьте себе, один человек, один аватар, который проходит уровни, отправляет сначала 1 доллар, потом 2 доллара, потом 4, потом 5, потом 10, потом 15, 20 и так далее. А представьте, что в течение дня у нас тысячи, десятки тысяч этих аватаров отправили в пул, десятки тысяч и сотни тысяч долларов. Пул активных – это выплата каждые 24 часа тем людям, которые выполнили условия. Представьте себе, каждые 24 часа собирается просто огромная сумма и будет распределяться среди тех людей, кто выполнил максимально простое условие. Если ты за 24 часа пригласил одного человека в нашу очередь, то ты участвуешь в пуле распределения первого уровня. Если ты 3 дня подряд приглашаешь в нашу очередь по одному человеку, ты уже переходишь на второй уровень. То есть сумма распределения будет гораздо больше, то есть ты будешь больше прибыль получать. Если ты 7 дней подряд по одному человеку приглашаешь, ты уже участвуешь в третьем уровне распределения. То есть ты каждый день получаешь деньги. Это активный источник дохода. Ты приглашаешь в очередь и получаешь прибыль с пула активных. А этот пул каждый день набирается заново. И с каждым разом он становится все больше и больше и больше. И в очередь становится приглашать выгодно. Вот это важно понять. Потому что вы участвуете в распределении пула каждые 24 часа. Еще раз, я очень хочу заострить на этом внимание. Представьте себе, какие суммы будут уходить в пул активных.
Если только один аватар, проходя вот эти вот все уровни, приносит огромную сумму в пул активных. А у нас, я напоминаю, только в прошлой очереди 109 тысяч активных участников. Если мы на престарте запустимся со 100 тысячами пользователей, то это миллионы долларов, которые мы будем распределять каждые 24 часа. Хотите кусочек от этого пирога, друзья мои? Просто вставайте в очередь и участвуйте в пуле активных партнеров. Просто приглашайте каждый день. По одному пригласили, все, получили выплату. 3 дня подряд по одному приглашаете, больше выплату получили. 7 дней подряд по одному приглашаете, еще больше выплату. Тем самым вы помогаете людям, которые не умеют приглашать. То есть очередь двигается за счет этого гораздо быстрее. Вы помогаете тем людям, которые не умеют приглашать. Это ли не уникальная система, друзья мои? Круто, круто. Теперь поговорим про подарки на каждом уровне. Подарки будут абсолютно разные. На первых уровнях это будут криптовалюты топовых блокчейнов. Дальше мы будем раздавать технику и, соответственно, супер топовые подарки, да, то есть автомобили, машины, то есть это все у нас тоже есть в рамках нашей очереди. При достижении определенных уровней вы будете получать определенный подарок. В прошлой очереди, с первой очереди, у нас тысячи людей со всего мира получили от нас подарки и записали для нас видеоролики. У нас в YouTube есть плейлист, там сотни и тысячи людей, которые записали для нас отзыв. Поэтому, поверьте мне, здесь все будет максимально прозрачно. Достигли уровня, получили подарок, мы вам его закажем через ваш marketplace. Amazon, Wildberries, Ozon, то есть в какой стране у вас какой marketplace, мы через него вам и закажем, и вы получите подарок в ближайшие дни после того, как достигли своего статуса, друзья мои. Теперь давайте с вами поговорим про линейный маркетинг. 10 уровней глубины, друзья мои, но под звездочкой. То есть есть одно но, всегда есть какое-то но. Первый уровень бесплатно абсолютно для всех. Каждый последующий уровень стоит активация. То есть второй уровень, чтобы активировать, стоит $20. Чтобы активировать третий уровень, стоит 30, четвертый 40, пятый 50. То есть чем больше ваша команда, тем выгоднее вам активировать больше уровней, друзья мои. Это очень важно. То есть вот эти деньги, собранные с линейного маркетинга, пойдут в инвестиционный пул. Запомните это слово, инвестиционный пул. То есть когда лидер активирует себе второй уровень глубины, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и так далее. Он эти деньги отправляет нам в инвестиционный пул. И поверьте мне, это стоит очень дешево. То есть представьте себе, да, то есть второй уровень 20, третий 30, там четвертый 40, да, то есть, к примеру, вот три уровня открыть, это нужно $90. $90. Мы просто возвращаемся к нашей очереди и смотрим. Если у вас просто один партнер дойдет, скажем, до 15 уровня, вы уже отобьете сумму активации этих уровней. А если у вас два, если три партнера, а если они 16, 17, 18 пойдут, вы будете получать сверхприбыль, друзья мои. Активируя новые уровни, вы помогаете очереди двигаться быстрее. Потому что собранные средства с активацией линейного маркетинга уходят в инвестиционный пул. И даже если вы не активируете эти уровни, то вы будете получать уведомления об упущенной прибыли, что вы упустили прибыль. Но эта вся упущенная прибыль, она тоже будет уходить в инвестиционный пул. Что такое инвестиционный пул, мы поговорим с вами чуть дальше. А двигаться дальше можно абсолютно бесплатно в очереди. Приглашать выгодно не только потому, что ты участвуешь каждые 24 часа в распределении пула, денежного пула. Ты еще можешь двигаться в очереди абсолютно бесплатно. За каждый купленный аватар в первой линии ты получаешь скидку 10%. То есть если ты пригласил одного партнера, который купил себе 10 аватаров на кабинет, ты двигаешься в очереди абсолютно бесплатно. Если ты пригласил 10 человек, которые активировали себе по одному аватару, и каждый месяц они их активируют, ты двигаешься в очереди абсолютно бесплатно. Друзья мои, это ли не круто? Но нужно учесть одно но. Если у вас один аватар, вы получаете скидку 100% только на один аватар. Если у вас 2-3 аватара, да, то есть, то вам нужно в первой линии гораздо больше аватаров иметь, да, то есть, чтобы получать больше скидку. То есть на один аватар 100%, потом на второй аватар, допустим, 50% в первый месяц. Во второй месяц, допустим, и второй аватар 100% скидку закрыли. То есть я надеюсь, что это понятно и это максимально справедливо. Еще одна уникальная фишка нашей очереди, которую невозможно будет повторить, это то, что в очереди можно будет обгонять партнеров, которые двигаются медленнее. У нас есть критерии, по которым ты можешь получать ускорение в очереди и обгонять других участников, друзья мои. И условия максимально простые и справедливые, на мой взгляд. Итак, первое условие. Чем выше уровень подписки, тем быстрее движение. То есть, если ты купил подписку на 1 месяц, у тебя одна скорость движения. Если ты купил подписку на 6 месяцев, у тебя
другая скорость движения. Если ты с нами в долгосрок, то у тебя самая быстрая скорость передвижения в очереди. То есть купил и забыл, по сути дела. Просто получаешь выплаты из очереди. То есть нам интересно двигаться в долгосрок, друзья мои. То, что мы сделали с первой очередью за 2 года, друзья мои, мы можем это с вами повторить за 1 месяц и потом на сумасшедших скоростях двигаться много-много лет, друзья мои. Но для этого нужно мыслить в долгосрок. И очень хочется, чтобы вы побежали с нами эту марафонскую дистанцию с нашим супер уникальным инструментом. Поэтому, если вы активируете подписку сразу на год, то движение в очереди становится гораздо быстрее и приятнее, и выгоднее, и денежнее, и подарочнее. Друзья мои, в общем, активируйте подписку на год. Еще один из критериев, который позволит вам двигаться в очереди быстрее, это карьерный статус. У нас появляется карьерная лестница и 4 простых статуса. Партнер, консультант, наставник и лидер. Если у вас в первой линии активируется 3 человека за месяц, вы получаете статус партнер, и скорость вашего движения у одного юнита будет на 3% быстрее, чем у всех остальных. Если вы в первой линии вырастили 3 партнеров, значит вы достигли статуса консультант. И ваша скорость в очереди для одного юнита увеличивается на 5%. Если вы в первой линии вырастили у себя 3 консультантов, то есть 3, которые пригласили еще по 3, да, то есть я надеюсь, это понятно. Если нет, более подробно разберемся на прямых эфирах. Соответственно, вы получаете статус наставник, и уже здесь для 2 юнитов получаете скорость 7%. Соответственно, если вы в течение месяца достигли статус лидер, ежемесячно его поддерживаете, то у вас 3 юнита будут двигаться на 10% быстрее в очереди, чем все остальные. Это фундамент, на котором будет стоять наша очередь. То есть, если вы хотите двигаться в очереди быстрее, закрывайте и поддерживайте этот статус. Помогайте людям, которые не умеют приглашать, получать в очереди выплаты. И в какой-то момент, поверьте мне, они тоже начнут делиться, потому что в нашей очереди приглашать выгодно. И в любой момент они пригласили одного человека, получили из пула активных и такие: «Вау, классно! Это что, я каждый день могу получать еще дополнительную прибыль себе?» Люди, которые не умеют приглашать, смогут и научатся приглашать эмоциями, которыми будут делиться, когда будут получать свои первые выплаты. Но и это еще не все, друзья мои. Помимо очереди, у нас будет еще один дополнительный, уникальный инструмент. Инструмент, который позволит нам более гармонично балансировать внутри сети между теми партнерами, которые зашли раньше и которые зашли позже. Ведь мне, как человеку, который будет активно приглашать в пул активных, важно, чтобы и эти люди тоже заработали, чтобы я пригласил новичка, и чтобы он тоже заработал. Да, он может двигаться в очереди быстрее, если быстро включится, если сразу оплатит на год, если будет участвовать в карьерной лестнице, у него движение будет гораздо быстрее. Со временем, да, то есть как это часто бывает, кто-то будет забывать продлеваться, кто-то просто будет вылетать из очереди, и то есть этот человек будет двигаться. Но я хочу, чтобы он тоже зарабатывал в моменте. Да, он будет зарабатывать в пуле активных, но я хочу, чтобы он больше зарабатывал. Я хочу, чтобы мои новички больше зарабатывали. Я думаю, что каждый лидер сейчас об этом подумал. Еще раз. У каждого новичка будет возможность зарабатывать в пуле активных каждый день, да, то есть, но мы предусмотрели такой инструмент, который позволит нам балансировать между лидерами и новичками, которые приходят, друзья мои. И это умный бинар, который просчитан на все человечество Земли, друзья мои. Здесь вы видите до 2 миллиардов человек, да, то есть просто удвойте эту цифру и вместо 20 центов поставьте там 19 центов и все, то есть и все сойдется. Поверьте мне, мы просчитывали, пересчитывали много раз. Так вот, друзья мои, что такое бинар? Да, то есть это самый командный маркетинг, который он только может быть. Потому что есть ветка наставника, да, то есть который дает переливы. Тебе нужно, казалось бы, только в одну ногу. Но, друзья мои, мы и это переделали. То есть мало того, что мы запускаем маркетинг очередей, который до нас никто не делал, мы еще и бинар переделали, друзья мои. Я таких бинаров нигде не видел. Ну, покажите мне пример, который вы видели подобный бинар. У нас не просто бинар, у нас смарт-бинар, умный бинар. О чем он говорит? О том, что мы его будем переворачивать раз в какой-то период. В нашу систему мы постепенно внедряем искусственный интеллект, который будет анализировать и смотреть, а кто меньше всех заработал в нашей системе и кого стоит поставить приоритетом наверх. И как раз таки новичков, которые окажутся последние в очереди, он перевернет в бинар и поставит их на самую верхушку. Они от бинарных пар будут получать максимально много. И потом в какой-то момент мы опять сделаем переворот. И опять сделаем переворот.
чтобы эти люди получали прибыль с бинара. Сейчас, друзья мои, очень важно. Смотрите, стоимость подписки для одного аватара стоит всего $10 в месяц, из которых $7 уходит в живую очередь, а $3 уходит в бинар. Но если у вас один аватар, который вы активировали за $10, вам активируется один аккаунт в бинаре. Если у вас два аватара, купленных на один кабинет, то вам все равно активируется только один аккаунт в бинаре. На один кабинет один аккаунт в бинаре. То есть нельзя вставать сюда треугольниками, семиугольниками. Но вы спросите меня, если я купил себе 10 аватаров, но только один аккаунт у меня создается в бинаре, куда деваются остальные 9? Это 9 аккаунтов, которые являются теперь техническими клонами. Мы вводим систему клонов в бинар. Смотрите, какой момент. Человек купил себе на кабинет 10 аватаров. Один аватар создал ему в бинаре аккаунт, а 9 стали техническими юнитами и начали вставать под новичков, закрывая им бинарные пары, чтобы они получали выплаты, друзья мои. У нас будет создаваться огромное количество клонов в бинаре, которые будут помогать новичкам замыкать бинарные пары и получать прибыль. При этом эти клоны будут лететь абсолютно с разных сторон. Какие-то клоны будут лететь с инвестиционного пула, какие-то будут с тех кабинетов, которые купили себе больше одного аватара на кабинет. 2, 3, 4, 5. Они все генерируют нам технические юниты, которые встают в бинар. Причем каждый этот технический юнит, который встает в бинар, тоже собирает прибыль себе на кабинет. И эту прибыль потом генерирует снова в технический юнит. То есть юниты будут клонировать новые юниты. И с каждым месяцем технических юнитов в бинаре будет становиться все больше и больше. В какой-то момент, через полгода, мы переворачиваем вновь бинар. Соответственно, а нас уже там, я не знаю, миллионы технических юнитов. И у нас зашли новички такие, оказались в бинаре наверху. Бах-бах-бах-бах, и такие, а что произошло, откуда у меня там, я не знаю, $1000? Я ж только на 10 зашел, откуда такие вопросы будут, понимаете, у людей. То есть мы будем помогать новичкам балансировать в системе за счет умного бинара, друзья мои, который мы будем переворачивать. Поэтому, друзья мои, наш уникальный маркетинг заключается не только в уникальности живой очереди, но еще и в уникальности нашего умного бинара, который никто никогда не делал подобным образом, переворачивая его и доставляя в этот бинар технические юниты. При том, что с каждым месяцем технических юнитов будет становиться все больше и больше и больше, друзья мои. Почему? Потому что у нас появляются 3 внешних источника захода денег в систему. Так вот, откуда же будут приходить к нам огромные вливания в нашу очередь и в наш бинар, друзья мои? Да все очень просто. Первое – это партнерские программы. То есть мы будем партнериться с различными компаниями. И наше первое партнерство, которое вы увидите в нашей очереди, это партнерство с очень крупной криптобиржей, где вы будете получать свои подарки, вознаграждения на некоторых уровнях прямо на биржу. И можете распоряжаться ими как хотите. Вывести, купить, поторговать – это абсолютно ваш выбор. Но это партнерство дает нам комиссионные вознаграждения от этой биржи, которые мы возвращаем в нашу очередь и в наш бинар, друзья мои. Поверьте мне, это очень большие деньги. Помимо этого, вы увидите большое количество различных партнерских интеграций. Для примера, мы сделали интеграцию с SuperSMM. Это автоматизация ВКонтакте. Очень крутой сервис. Я думаю, что те, кто работает в ВКонтакте, прекрасно понимают, о чем я. Так вот, в нашей очереди вы просто получаете бесплатную подписку на один месяц этого сервиса. Пользуйтесь как хотите. Тренируйтесь, настраивайте. Но в конечном итоге, если вы будете продлевать второй, третий, четвертый месяц, это уже за деньги. И мы получаем часть комиссии, и эту комиссию всю возвращаем обратно в очередь и в бинар. И таких партнерских интеграций у нас будет достаточно, друзья мои. И это будет очень хорошая, солидная сумма, которая будет ежемесячно возвращаться обратно в систему. Дальше поехали. Инвестиционный пул. Инвестиционный пул – это тоже наша уникальная разработка. То есть инвестиционный пул наполняется за счет чего? Вспоминаем, за счет линейного маркетинга. Если лидеры или те партнеры, которые активно приглашают, соответственно, активируют дополнительные уровни в линейном маркетинге, они наполняют инвестиционный пул.
Если они этого не делают, они все равно наполняют инвестиционный пул за счет упущенной прибыли. И у нас инвестиционный пул растет с каждым месяцем. То есть почему я и говорю, что это марафонский забег? Потому что у нас есть с вами еще один фундамент, на котором будет стоять наша очередь. Это инвестиционный пул. Мы будем направлять в различные стейкинги. Мы станем валидаторами в сети Тон. Это блокчейн Тон, сейчас очень популярный. Если вы еще не знаете, скоро узнаете, поверьте мне. Мы будем направлять этот инвестиционный пул максимально безопасно, но при этом с хорошей доходностью. И эту доходность, которую будем получать с этого инвестиционного пула, который будет расти каждый месяц, будем возвращать обратно в очередь и в бинар, друзья мои. То есть вы просто вдумайтесь, если у нас в инвестиционном пуле будет $1 миллион, $10 миллионов, а потом со временем там $100 миллионов, понимаете, мы просто получили там, я не знаю, 20-30% годовых, эти деньги взяли и направили их, соответственно, на движение очереди. Опять деньги взяли, направили на движение очереди. Поэтому, друзья мои, инвестиционный пул – это супер крутой инструмент, супер крутое решение для того, чтобы поддерживать очередь и скорость в очереди. И в том числе, чтобы помогать в бинаре новичкам получать свой доход. Ну и, конечно же, третий источник дохода – это комиссии с игровых механик и лотерей. То есть у нас будут свои собственные турниры. Там турнир по красному-синему, допустим. Для тех, кто не знает, скоро узнаете, что это такое. У нас будут различные механики и лотереи будут проходить, где вы можете приобрести какой-то дополнительный лотерейный билет. Так вот, друзья мои, комиссии с этих лотерейных билетов, да, то есть где мы будем разыгрывать тоже классные подарки-призы, будут направляться обратно в очередь. И это тоже, поверьте мне, очень хорошие комиссионные. Если у нас будет там 100 тысяч человек, который каждое воскресенье будет, я не знаю, покупать себе небольшой лотерейный билетик, чтобы участвовать в классном розыгрыше, то это очень крутое ускорение очереди, друзья мои, и помощь новичкам в бинаре. Еще один инструмент, который мы запустим сразу же в момент запуска нашего суперинструмента, это Царь Горы. Для тех, кто был в первой очереди, прекрасно знает, что это за крутой инструмент. Для тех, кто не знает, что это такое, сейчас постараюсь в двух словах объяснить. Вы покупаете подписку, активируете подписку, и если после вас там в течение какого-то времени, допустим, минуты, двух, трех, никто не перебил вашу подписку, то есть никто после вас не купил в течение какого-то времени, то вы получаете большую выплату. Каждой оплаты подписки часть, небольшая часть денег уходит в Царя Горы, да, то есть и там собирается огромная сумма денег, будут собираться $1000, десятки тысяч долларов, за которые будут рубиться люди, и это тоже инструмент ускорения очереди. Почему? Потому что люди будут перебивать друг друга в подписках, активируя, чтобы быстрее. Только тот человек, который перебил, да, то есть, но еще и наставник его получает, то есть там максимальная выгода идет. В общем, узнаете, что это за инструмент, это максимально крутой инструмент. Этот слайд больше для тех, кто был в первой очереди и понимает, о чем я. Ну и куда же без промо, друзья мои? В момент официального предстарта у нас будет промоушен, где вы можете получить дополнительные аватары. И на предстарте это очень важно, друзья мои, стратегически важно, потому что каждый купленный аватар на предстарте позволит вам занять место в очереди. То есть шанс на то, что вы займете более, скажем так, прибыльное место. Чем больше аватаров вы купите на предстарте, тем больше вероятность, что один из аватаров займет максимально сочное, прибыльное место. На предстарте это очень важно. Я напоминаю, что мы планируем 100 000 людей увидеть на предстарте, потому что это уникальный маркетинг, где сбалансировано абсолютно все. И чем больше аватаров вы получите на предстарте, тем больше шанс занять хорошее место. Поэтому, если вы просто покупаете стартовую подписку, вы получаете одного аватара, друзья мои. Если вы покупаете сразу 5 аватаров на кабинет, вы получаете плюс 1 аватар в подарок. Если вы покупаете 10 аватаров на кабинет, вы получаете сразу 3 аватара в подарок. Купили 10, получили, грубо говоря, на $30 в подарок. И шанс на то, что один из аватаров встанет туда, куда нужно. Ну и еще одно промо, друзья мои. Еще до запуска живой очереди мы разыграем до 10 автомобилей Hyundai Elantra. Вы хоть в одной компании видели это, чтобы просто разыгрывали? По-настоящему, по-честному. У нас будет самый честный розыгрыш, самый прозрачный розыгрыш, поверьте мне. От чего зависит, сколько автомобилей мы разыграем, друзья мои. Каждые 10 тысяч аватаров, которые встанут в очередь, мы разыграем один автомобиль. Все очень просто. Если мы соберем на предстарте 50 тысяч аватаров, мы разыгрываем сразу же 5 автомобилей. То есть 10 тысяч аватаров на предстарте зашло, мы тут же разыграли автомобиль. Вышли в прямой эфир, разыграли. Кто-то из вас его получил. Как только мы активировали 20 тысяч аватаров в очереди, мы сразу же разыгрываем второй автомобиль. Если мы соберем 100 тысяч аватаров
на предстарте 10 автомобилей будет разыграно еще до запуска очереди. Поэтому это будет самый масштабный запуск, который вы только видели, друзья мои. И мне хочется пожелать вам, чтобы вы не упустили возможность, которая сейчас перед вами открывается. Поверьте мне, такого бэкграунда, как у нас, нету ни у кого. Мы сделали маркетинг, который никто не смог повторить. Сейчас мы апгрейдили этот маркетинг таким образом, что учли абсолютно все минусы, перекрыли их жирнейшими плюсами, друзья мои, и сделали просто уникальный маркетинг. Поэтому не упускай возможность, которая перед тобой открывается. А чтобы мы не потерялись, внизу есть ссылки, на которые тебе нужно подписаться. И посещай наши прямые эфиры, чтобы более подробно разобраться с тем инструментом, который сейчас появится в твоих руках. Инструмент, который может кардинально изменить твою жизнь. Спасибо, друзья.